Бро, я тебе потом косячок передам, который обещал. Вы последнее, что осталось у меня в этом мире. Пап, послушай. Правда? Вы слишком долго оборонялись. Так что я отправляю вас за стену, ребята. Вы свяжетесь обратно. Так куда же в нейтральной зоне мы отправляемся? В общем... Так, похоже, у нас все в порядке. Начинаю сканировать сектор. Вижу врага. Приготовиться. Вперед. Угу. Атакую. Уберите! Чисто. Ждите. Ладно, пора двигаться дальше. Сталкин 6, говорит Викинг. Мы на расписании, так что добыли данные и назад. Понял. Чисто. Хо-хо-хо. Никогда не думал, что опять его убили. Думаю, это значит, что пора шевелиться. Чёрт. Угу. Ближнего нужно снять вверх. Супер. Ой. Воу! В братана стреляю. А, это мой братан. Хорошо, что я в него не попал. Шуми. Ща граната рванет. Ничего себе. Так. Видишь морской труп, парня? Раз, что ты все-таки с нами. Марк, что такое? Неужели ты думал, что со мной будет так просто? Спокойно. Медведь, что ли? Засада? Что случилось? Воу, 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 воу! Тихо, тихо, тихо! Спасибо, Ралли. Лежать. Федералы везли одного парня на базу огневой поддержки Чарли. Он ваш? Да, Аякс. Ладно, времени в обрез. Можешь остаться с нами, но слушаешься меня во всем. Это ясно? Так точно, сэр. Так, снайперская винтовка активирована. Осмотритесь. Надо найти Аякса. Есть, прямо по курсу. Вон там, приблизь. Это он, наш парень. Конвой подходит. Здесь получше. Надо вызвать детонацию. Угу. А вот и они, по грузовикам. Яблочко.
Хороший мальчик. Аякса переводят в другое место. Времени в обрез. Атакуем на аэродроме, а потом будем подниматься. Подхожу к воротам. Взрывайте по готовности. Хорош, мужик! План капкан. Где он? Куда вы его увели? Где он? Где он? Не знаю, где он. Райли взял след. Вперед. Ну-ну, убей его. Хорош. Погнали. Ого! Хорошо. Пойдем со мной, Ралли. Воу! О, кто это? Ралли! О. Ралли! Меня ранили, братан. Берегись! Это наши.